Здравствуйте, наши любимые телезрители! Мы очень рады вас видеть в нашей уютной спальне, уютной гостиной на телеканале «Шоп-н-шоу». Это рубрика «Дом». Дорогие телезрители, это то, что мы сегодня вам хотим представить. Просто великолепный комплект постельного белья 3D. И обратите внимание на красный ценник. Цена только сегодня от 1250 рублей. Вы представляете, это потрясающая цена за такой комплект постельного белья. Юлечка, да. В каких размерах представлено это постельное комплект белье? Комплект постельного белья представлен у нас в трех размерах. Полутораспальный, двухспальный и евро. В комплект входит простыня, две наволочки 70 на 70 и пододеяльник. Итак, пододеяльник, простыня и две наволочки. И с Юлей мы сейчас открываем просто сказку. Вы только посмотрите, простыня здесь не однотонная, а такая же насыщенная, красивая, с ярким притом. Я бы хотела, чтобы вы ощутили красоту вот этого великолепного принта. Такое ощущение, что я глажу мамино постельное белье и окунаюсь в свое детство. Ты знаешь, именно такое приятное качество. Что это за качество? Да, Олечка, сейчас я тебе подробно расскажу. О качестве. Еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, из чего же состоит наш комплект. Это великолепный пододеяльник, простынь и наволочки. Их две штуки, размер 70 на 70. Ну а теперь, Олечка, я отвечаю на твой вопрос. Ты спросила про ткань. Это 100% хлопок, уважаемые телезрители. Оля, ты трогаешь и чувствуешь его мягкость. Хлопок, да. Олечка, начали производить и культивировать еще 7000 лет назад, уважаемые телезрители. Уже наши предки тогда поняли уникальность этого материала. А качество великолепных в нем огромное количество. И главное качество, Олечка, это гигроскопичность. Это способность хлопка впитывать влагу. Я хочу тебе прямо на деле показать, как это происходит, как это создает нам комфорт. Давайте обожаю покажем, эксперименты. Давай, Юля, готовь свои эксперименты. А я бы все-таки хотела напомнить, когда наступает лето, мы бежим в магазин и покупаем себе футболки не из синтетики, дорогие телезрители, а именно из хлопка, потому что мы хотим чувствовать себя комфортно летом, чтобы нам было не жарко. И вы можете приобрести вот этот великолепный комплект постельного белья из натурального хлопка, на котором вам будет очень комфортно спать ночами. А мы работаем и не спим. И прямо сейчас будем показывать качество этой ткани, насколько она хорошо. Так, посмотрите, сейчас делать? Мы держим, Олечка, держи ткань. Брызнуть прям, мы да? держим синтетическую ткань сейчас для того, чтобы показать разницу. Оля, побрызгай на нее воду. Да, вот так, и да? мы сейчас прямо брызгай, не бойся. Смотрите, синтетическая ткань, на ней прямо видны капли, они стекают. Ага, точно. Посмотри, Оля, практически он не впитывает. То есть спать на такой ткани. Вот они, капельки. Мы да. не будем ее просто выбрасывать. И теперь мы сейчас покажем, как прекрасно впитывает так, наше великолепное интересно. Белье. Оля, брызгай, я буду держать, ты прямо брызгай, мы показываем. Давай на цветочек, раз как великолепно немножко впитает нанесем. Хлопок. Так, посмотрим. Посмотрите, дорогие телезрители, действительно, за вода моментально да, впитывается, не задерживается, не стекает. И о чем это говорит, Юля? Это говорит о том, что и зимой, и летом спать на хлопке одно удовольствие, один сплошной комфорт. Зимой, да, все вспомнят, уважаемые телезрители, когда зимой у нас топит сильно батареи, да, и нам жарко, и лишнюю влагу с нашего тела хлопок впитывает, и мы спим комфортно. А летом, Оль, вспомни, летом даже ночи жаркие, мы открываем форточки, встаем ночью попить. Если вдруг бы мы спали на синтетике, что бы? Да мы бы простыли. Почувствуйте и вы нежность 100% хлопка. А посмотрите, какой великолепный принт. 3D-эффект, который вы видите сейчас. Ну разве это не настоящие тигры, которые сейчас могут запрыгнуть? И вы можете насладиться объятием, вот, обнять вот такого тигра замечательного. Посмотрите, такое ощущение, что они настоящие. Это великолепный и высококачественный комплект постельного белья из натурального 100% хлопка растительного происхождения. Я вам точно говорю, через пару лет вот такой вот материал, 100% хлопок, будет стоить гораздо дороже. Это, я считаю, прям даже грамотное вложение денег. Возьмите сразу несколько комплектов впрок, чтобы наслаждаться качеством 100% происхождения материала. 100% хлопок. Цена только сегодня. Обратите на нее внимание. Да, Олечка, вот она бязь. Почему так рисунок красиво ложится? Смотрите, мы сейчас покажем вам. Олечка, держи, показывай, я буду рассказывать. Давай. Смотрите на плетение. Вот оно, уникальное плетение нитей хлопка. Посмотрите, крупно. Вот мы видим.
хлопок, Олечка, сплетается крученая нить, между собой переплетается плотно. За счет этого создается плотность этой ткани и, соответственно, ее прочность. Материал бязь долговечный, за счет этого его можно использовать долгими годами, потому что мы все-таки комплект белья покупаем, да, не на один год. Можем использовать его много-много лет, и с ним ничего не случится. Вот этот вот великолепный тигр, наш объемный красивый тигр, вот таким и останется долгие годы после использования. И, кстати, Оля, подтверждением качества являются еще и наволочки. Давай мы покажем, подойдем к наволочкам и посмотрим, что же здесь интересного. А интересного здесь очень много. Здесь очень удобный карман для того, чтобы поместить подушку. Обратите внимание, он без пуговиц и без молнии, которая постоянно ломается, и это приносит нам неудобства. Здесь абсолютный комфорт. Удобно положили подушку. Да, абсолютно верно. Это очень удобно. Классический вариант наволочек. Размер 70 на 70. Такие две наволочки входят в каждый комплект. Полутораспального варианта, двухспального и, конечно же, евро. А на что я здесь обратила внимание, Юля, какие здесь качественные швы. Просто да. Потрясающие. Да, ты правильно, Олечка, заметила. Швы идеальные. Давайте покажем крупно. Посмотрите, какая ровная строчка. Нет ни пропусков, ни зигзагов. И всегда шов, и хозяйки знают, особенно те, которые шьют, знают, что качество шва, ну, это знак качества белья. Тем более, что оно изготовлено по ГОСТу. Абсолютно верно. Я бы хотела напомнить, что это комплект постельного белья, который состоит сразу из нескольких компонентов. Простыня, пододеяльник и две наволочки размером 70 на 70. Этот комплект постельного белья представлен у нас в трех размерах. Дорогие телезрители, внимание на экран. Чтобы вам было проще ориентироваться, посмотрите, полутораспальный вариант. Размеры простыни 150 на 215, а пододеяльника 147 на 215. Ну и, конечно же, две наволочки 70 на 70. Второй вариант – это двухспальный вариант 180 на 215. Это размер простыни. На пододеяльник у нас размером 175 на 215. Опять же, две наволочки 70 на 70. И третий вариант для огромной королевской кровати. Посмотрите, простыня 220 на 240 сантиметров. Пододеяльник 220 на 240. Точно такой же большой. И, конечно же, две наволочки 70 на 70. Олечка, ты меня спросила про стирку, я помню. Стирать белье можно большое количество раз. С ним ничего не произойдет. А потому что оно идеально прочное. Я хочу показать, насколько оно прочное. Оператор, покажите. Мы сейчас прям постучим. Хлопок издает характерный звук. Именно этот звук издает хлопок. Внимание, тишина. Вот этот звук, который издает ткань плотного плетения, бязь, когда структура настолько плотная, что обеспечивает нам прочность. Стирайте сколько угодно раз. Я в восторге от качества такого постельного белья. Это 100% хлопок. Какой потрясающий яркий, насыщенный принт и потрясающая цена, которая будет действовать только в течение сегодняшнего дня. Знаете, мне подсказывают, что многие из вас уже дозвонились до наших операторов и заказали это постельное белье. Дорогие телезрители, вы сделали правильно выбор. Звоните. И вы, кто сейчас сомневается, не стоит сомневаться. Посмотрите, какой практически настоящий тигр может жить вместе с вами в вашей спальне. В комплект у нас входит пододеяльник, наволочка, две наволочки 70 на 70 и великолепная простыня, на которой повторяется принт. Наш великолепный объемный принт повторяется. Посмотрите, то есть не скучная простыня, не как раньше было белая, да, потому что хлопок производили раньше, ну, в основном белого, конечно, цвета. Сейчас есть возможность соединить вот эту красоту и качество. Посмотрите, как повторяется рисунок. Он будто бы отражается, да, Оль, посмотри. Будто бы отражается. Посмотрите, какое целое огромное семейство великолепных тигров. А что мы видим сверху? И все-таки мне так нравится, что здесь даже простыня не скучная. Она не однотонная, как часто это встречается в комплектах постельного белья. Посмотрите, она насыщена не только хищным принтом, который я, например, просто обожаю, но также и растительным происхождением. Посмотрите, вот такие великолепные цветы. Потрясающие. Правильно, Олечка сказала слова растительного происхождения. Сразу мне напомнила о нашем составе. Это 100% хлопок, материал растительного происхождения, и цена
только сегодня 1250 рублей за такое великолепное качество, за уникальный гипоаллергенный, легкий, мягкий, комфортный материал. Только сегодня вы платите от 1250 рублей. Дорогие телезрители, делайте свой правильный выбор. Нигде в другом месте вы не найдете таких потрясающих цен. Только на нашем телеканале Shop & Shop, потому что мы думаем о вас, мы любим вас.